В международном аэропорту Краснодар самолет Airbus 320, прилетевший с Кипра, накануне выкатился на грунт. Произошло это при посадке воздушного судна. На борту находились 120 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Из-за внештатной ситуации на несколько часов были задержаны 5 авиарейсов в Москву, Сургут и Екатеринбург. На стоянке злополучный Airbus 320 оказался только в час ночи. До этого времени аэропорт работал с ограничениями. К тому же, несколько часов над аэропортом кружили два самолета из Москвы и Симферополя. Они были направлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи.